Хейо, гейс, сегодняшний мы продолжаем ракетиры в серии Coop Escape. И это у нас Arlace. Как обычно, Rusty Lake. Полетели. Coop Escape, Arlace. Так, давайте немножечко. Вот так вот. А если еще расширю? А, не, это сильно. Ладно. Поехали. Arlace, октябрь 1888. Орлеан. Окей. Так, кусочки каких-то изображений. Почему я это взять не могу? Ладно. Бутылки. Крл. Подожди, а здесь... Я саунда не слышу. Где звуки? Закрыто. Лопатка. О, лист бумаги нашел. Хотя я даже не на нее нажимал. Так, еще лист бумаги. А, кубик сахара. А, мне типа нужен. Я понял. Все. Ну, я сделал. Подожди. Или... Ну да. Я все сделал, чтобы они эти... сузились. Так, стульчик. Вот это, мне кажется, цвета, которые нужно будет запомнить. Ха, странно. Это мы. Так, щетка, кувшин, бутылки, кисть, шляпа. Так, ключ выпал. Окейюшки. Кровать. Цвет, хорошо, запомнили. А, давайте, наверное, сразу кусочки картины, да? Текс. Так что, ой, пролистал сильно. Ключик. А, у нас окно есть. Подождите еще. Вау. И это ж у нас этот... Картина Ван Гога, кажется. Ой, еще что-то. Еще обрывок. Подожди, может мы с вами Ван Гогом? За Ван Гога играем? Типа, это его картины. Его изображение. Так, ладно, го, поехали. В смысле, от чего это тогда ключ? А, вон что. Так. Г. Добро. Что-то нужно туда поставить. Подожди, бутылки сюда ставятся? Нет. Сюда. А, подожди. Кисточкой ты рисуешь? Хорошо. А, подожди, мы вверх не смотрели. А тут ничего нету, ладно. Давайте тогда думать, что еще здесь может быть. Это не трогается, не рисуется. Ну, это цвета, это понятно. У меня красок нету. Ага. Длинная, кувшин. Понял.
куда только их поставить? Ну, он не хочет. Ну, вот, я сделал. Может, мне сюда что-то налить надо? Нет. Так, это вино у нас. Это у нас бутыль. Обсервный. Угу. Обсервный, осервный бутыль. Так, это нам сюда изображение. Та же кровать. Ну что, мне это ничего не говорит. Типа картина, просто картина. Хотя... Нет, показалось. Давайте сделаем так, как там было сделано. Так, кувшин. Странно. Очень странно, я не понимаю. У нас есть кусок сахара, подожди. Спун, ложка. Может, мне на зеркале что-то нужно использовать? Шапку одеть. Да. Двери закрыты. Двери не юзабельны. Я не врываюсь. Я вообще не понимаю. Ничего не положить. Там закрыто. Наверху тоже ничего нету. А что может быть? Эти я уже трогал. Странно. Максимально странным. Я не понимаю. Блин, может, я где-то что-то не заметил? Здесь мы платок, который какой-то не можем забрать. Здесь банки, порядок банок. Здесь ничего нету. Здесь... Ай! Тихо, подожди. Это от вот этого. Тык. Подсолнух. Ладно. Давайте немного еще, наверное, расширю так. Вот теперь мне, скорее всего, нужно вот это и построить. Чтобы она выросла. Ключ. Так, у нас закрыта вот эта, да, тумбочка. Нож. Тупые коты, нахера вы дверь открываете? Глупые коты, аж бесит. Так, подождите, что мы, нож получили? Давайте его зеркало заюзим. Если это Ван Гог, как я думаю, значит он должен всегда отрезать ухо.
И что мне это дает? Что с этим делать, с к стаканам? Я не знаю. Блять, шапку дать. Вино. Кубик. Лопатка. Ничего не происходит. Подожди, это вода, это вино, это что у нас? Обсидианово что? О. Еще кусок картинки. Это вот эта часть. Так, а ключ этот может быть только у нас от вот этой двери. А my friend's Paul. Ты можешь шляпку дать? Ага. 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 И что дали? Сюда использовать? Да. И мне теперь нужно это нарисовать. Подожди, давай сразу. О, это мне нужно еще вручную рисовать. Сохраняются ли цвета, когда я выхожу и захожу? Да, сохраняются. Значит. ХН. Это желтый. А, ну правильно. Это желтый. ХН это желтый. РА. Салатневый. РА. Г. Синий. Давайте сразу рисовать. Так, Г синий. Бордовые тара. Так, ведь или этот цвет? Фиг вспомнишь. А, то есть правильно, видите, они сразу рисуются. Но, подожди, может вот этот цвет? Я мог просто вот так делать. Так вот делать. Оно не работает, да? Ладненько, подожди, давай. Ра. Зеленый. Вот. Почему в первый раз не получилось? Ра зеленый. Вем белый. Вем белый. И вот это хуй РЛ темная. Гел. 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 Рем белый. А, мы, в принципе, можем подогнать цвета.
херали. Полотенце белого цвета. Херали. Ладно. Ну и ладно. Теперь работает. Так, и что у нас остается? Подожди, здесь нигде ничего не срывается, да? Паста. Показалось. Ладно, тогда здесь у нас QL. Скорее всего, будет вот этого цвета. Нихера. Черный. Нифига не пойму. Фиолетовый. Давай так, оранжевый. Черный. О. Черный. Это был? Был. Оранжевый. Мать. А вот черный куб выделяется от остальных цветов. Ладно, QL, давайте искать. Закрыто. QL. QL, QL. QL, QL, QL. QQQQQL. Ага. Ну хер его знает, вот честно. Этот QL. А, смотрите. Полосочки. Это красная. Полосочки красные, ровно это вода. Все. По картинке что там? Вода. Не, вино, вино. Зеленое, зеленое. Вино, вино. Зеленая, зеленая. И вода. Вот. Мы в ухо пошли? Знак вопроса. А, знак вопроса, это имеется в виду цвет черный. Пистолет. Барабан равен единице. Молот 3.
подожди. Барабан единица. Ракушка единица. Так, сбрасываешься, да. Значит, единица. Дальше типа колокольчика. Три молота. Больше молота. 3-4. Три, четыре. Пускай это будет 9. 9, 8. 1, 4, 9, 8. А подожди, тут же можно 2 одевать, да? Подожди, это получается у нас 1, 3. А, 1, 4. 1, 4. 1, 1, 4. 1, это 5. 5 равен. 1, 4, 5. Здесь чисто... Всё. 7, кажется, там было. Темная комната. Убить себе? Мы получили куб. Хорошо. А, беленький куб. Что дальше? Мы так не определились со цветом. Что за цвет? Что у нас еще было? Подождите, оранжевый был, синий был, вот этот, бирюзового не было. Только мне интересно, сколько нужно закрашивать, чтобы это увидеть. С водой мы разобрались. А, с ножом, да, с кисточкой тоже. Щетку мы использовали. Нет, да, давай фиолетовый все-таки. О, боже. QL. Где мне нужно было QL найти? Не шарю. Оранжевый. Оранжевый. Еще ж нужно осторожно, чтобы не замазать лишнего. Оказывается, GL, вот эта херня, находится наверху. Я не знаю, почему мы тогда смотрели. А, понятно. Просто я по другим ракурсам смотрел. Великолепно. Короче, это у нас голубенький. Теперь нужно как-то так, чтобы это дело не испачкать. Осторожно, ровненько рисуем. Не дай бог, что-то не то задену. Все. Хорошо. Я черный куб получил. Что дальше? Что дальше? Скорее всего, сюда их вставить, да? А, и все, типа, мы сделали выход и готово. Ладно, давайте тогда на этом, я думаю, мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.